Вы на канале AM Life, и мы с вами пришли на фестиваль Старого Рига. Я не буду много говорить, я буду показывать. Вот эта беговая дорожка, про которую мы с вами говорили в предыдущем видео. Собственно, она выглядит довольно-таки эффектно. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и смотрите дальше. Световая инсталляция символизирует закат солнца, то есть солнце, уходящее за горизонт. Что скажете, похоже это на солнце, уходящее за горизонт? Помните, я снимала для вас, как украшают деревья на аллее? Вот они, эти деревья уже украшены. Вот так они смотрятся в темноте. А мы с вами идем в направлении памятника свободы и ищем объекты, о которых я вам рассказывала. Обойдем кружочек по старой Риге и отправимся домой. Парковку найти крайне сложно. Людей просто море. И я вам должна сказать, что в парке Победы очень грязно. И хорошо, что я надела обувь и штаны, которые мне не жалко. Ну, совершенно так получилось просто. Но на самом деле я не пожалела. Потому что и обувь, и штаны у меня просто по колено в грязи. Так что, когда будете туда идти, если будете, очень аккуратно там. Ну и я не сказала бы, что это прям стоит того. Надеюсь, что здесь будет что-то более красивое. Вот он, дирижабль. Первый объект, о котором мы говорили в прошлом видео. Напротив от Лисова университета. И он действительно поднят в небо. И можно сесть на велосипед
и покрутить педали под ним. Я так понимаю, это принцип работы дирижабля, что нужно было крутить педали, чтобы он летел. Вот такой вот первый объект, а мы идем с вами дальше. Ну вот мы пришли ко второму пункту, к интерактивному дигитальному зоопарку. Звучало это в описании намного интереснее, чем это выглядит на самом деле. Thank you.
нам круги. Световая связь. Oh, my God.